Солигорские аграрии продолжают сев яровых, зерновых и зернобобовых культур. Из запланированных 22 тысяч гектаров засеяно уже 6,5 тысяч, что на 4 тысячи гектаров больше, чем на этот день в прошлогоднюю посевную кампанию. В лидерах по темпам сева сельхозпредприятия Старобинский имени Коржа, Новополесский, Райагросервис. Гораздо медленнее ведется сев яровых культур в Решающем и Виктории Агро. Аграрии прогнозируют, что в предстоящие выходные темпы посевной снизятся в целом по району. Виной всему неблагоприятные погодные условия. Синоптики обещают дожди, а временами и мокрый снег.